эфире новости, в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Выборы в местные советы депутатов назначены на 23 марта. Соответствующий указ подписал президент Беларуси. Дата определена с учетом сроков, которые требуются на то, чтобы организовать территориальные избирательные комиссии. Центризбиркому поручено организовать проведение выборов и осуществлять контроль за исполнением законодательства. Министерство внутренних дел сможет самостоятельно рассматривать некоторые дела без направления их в суд. Палата представителей приняла во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Документ предусматривает ряд важных новаций. Так предлагается ввести альтернативную подведомственность по делам о таких правонарушениях, как мелкое хищение или хулиганство, а также распитие спиртных напитков в общественном месте. Данный законопроект связан с реализацией отдельных положений послания президента о развитии системы общих судов. И одной из таких новелл является это оптимизация нагрузки в общих судах по административным делам. То есть вводится альтернативная подсудность и передача отдельных категорий дел для рассмотрения в органы Министерства внутренних дел, что позволит сократить нагрузку в общих судах ориентировочно на 50-70 тысяч. Талантливому российскому актеру театра и кино Леониду Броневому сегодня исполняется 85 лет. С праздником народного артиста СССР поздравил президент Беларуси. Зрителю Леонид Сергеевич знаком по спектаклям «Ромео и Джульетта», «Вишневый сад», «Чайка». Всенародную же славу Броневому принесла роль Мюллера в знаменитом телесериале «17 мгновений весны». Она и стала визитной карточкой актера. День белорусского кино отмечается сегодня в республике. Его история началась почти 90 лет назад с появлением в БССР управления «Белгоскино». Первым белорусским художественным фильмом стала картина «Лесная быль». Поставил ее режиссер Юрий Тарич, который по праву считается основателем отечественного кинематографа. Среди лидеров проката в разные годы были также белорусские фильмы «Красные листья», «Альпийская баллада», «Люди на болоте». Из последних работ можно отметить израильско-белорусскую короткометражку «Туфельки». На престижном кинофоруме в Монте-Карло картина получила сразу 6 наград. Этот фильм, первый из трилогии «Свидетели», посвящен памяти жертв Холокоста. Традиционный турнир «Baby Cup» по художественной гимнастике пройдет сегодня в Минске. Белорусская столица примет этот спортивный форум уже в 14-й раз. В нынешнем году около 300 гимнасток в возрасте от 3 до 10 лет соберутся во Дворце спорта. Впервые в истории турнира юные грации будут выступать под живую музыку. Отмечу, этот год особенный для белорусской художественной гимнастики. На чемпионате мира в Киеве наша команда в групповых упражнениях выиграла золотые медали. Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Погродно. Сегодня пройдут сотни сказочных персонажей. Возглавит шествие главный волшебник города. Он проедет на запряженной лошадьми карете. После парада в областном центре зажгут новогоднюю иллюминацию. На этом у меня все. Оставляйте свою информацию по телефонам горячей линии, а также по адресу в интернете cetv.by. Всего доброго и до встречи в 13:30.